Безграничную фантазию и художественный вкус Белла Гукимухова унаследовала от своей бабушки-рукодельницы. Она видела, как бабушка постоянно что-то шьет, вышивает и вяжет. Сама изъявила желание пойти в художественную школу, а потом и в колледж культуры и искусств, который окончила с отличием. И уже второй год Белла преподает своя альма-матер. Которые как бы решают все, да, вот в преподавании. Очень найти нужного кадра трудно, потому что ни один вуз не выпускает вот такого диапазона специалиста. Я перепробовала очень много, а потом решила, что нужно самим воспитать для себя педагога. И вот у меня уже была эта третья преподавательница, которая, да не третья, а даже пятая, заканчивала наше отделение и осталась тут работать. Мне она как специалист, как педагог настолько важна в том плане, что она умеет все. Молодой преподаватель Белла Гукимухова ведет занятия сразу по нескольким дисциплинам. Основы композиции, рисунок, ручное ткачество, роспись по стеклу и ткани. Она практически в совершенстве овладела и всеми техниками декоративно-прикладного искусства, но свое предпочтение отдает золотому шитью. Ни в коем случае я не считаю вышивку скучным занятием. Наоборот, это очень организовывает самого человека, воспитывает вкус, терпение. Это важная вообще задача, именно возрождение промыслов, привнести что-то в современную жизнь из каких-то таких деталей. И вообще, как девушке, мне это занятие показалось очень приятным, увлекательным. Одежде горянки всегда придавали особое значение. Красивое с орнаментом платье должна была иметь каждая девушка. Золотому шитью девочек обучали 6 лет. Каждая мастерица разрабатывала свои орнаментальные мотивы, и они были узнаваемы. Над этим комплектом под названием «Волшебный сундучок» мастерица работала более 4 месяцев. Это очень трудоемкая работа, она включает в себя сразу несколько компонентов. Это сам сундучок, подушка для свадебных обрядов, 2 шкатулки. В этих шкатулках находятся зеркало, расческа, наборы для рукоделия и чехол для ножниц. Мастерица проявляет огромный интерес к старинным промыслам народов Кавказа. С большой любовью она создает как настоящие произведения искусства со своими оригинальными и неповторимыми орнаментами, так и предметы, которые имеют функциональное значение. Такую вышивку в последующем мы можем использовать где-то на одежде, в аксессуарах, может быть, где-то подушечку изготовить. То есть это применимо полностью вот в современном доме, в современной комнате. Я думаю, что каждая девушка хотела бы иметь у себя вот вещи такого рода, вещи ручной работы. На прилавках магазинов огромное количество одноликих предметов быта, интерьера и одежды. От этого изобилия рябит в глазах. Сделаны они на конвейере, поэтому не представляют большой ценности. И именно благодаря таким мастерицам, как Белла Гукимухова, создаются уникальные эксклюзивные вещи, в которые вложено тепло человеческих рук и душа. Белла Джазаева, Алибек Ешеров, Вести, Карачаево-Черкесия.